Алиса очень любит пирог с яблоком, и мы его часто очень готовим блендером. Давай покажи, как ты сама умеешь. Вот так. Давай, попробуй. Нажми на большую самую кнопку, как тебе нравится. О! Это у Алисы агрессивный режим, а это мягкий. Да, Алиса умеет взбивать яйца. Помощницы. Коварный мой план. К 5 годам научить ее готовить кофе. Для мамы. Теперь Алиса пытается муку положить. Тут чуть-чуть грязно будет, но... И муку мы кушаем. Вкусная мука? Да, вкусная мука. Давай, может, я помогу тебе? Помочь? Все сама? Все сама и утрамбует, и сделает. У нас пироги, по пирогам главная Алиса. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Зачем я тебе готовлю, Лисочка? Я тебе могу просто давать раздельные продукты, отдельно муку, отдельно сырую картошку, ты будешь кушать. Ну, выкладывай, выкладывай. Привет, мама. Привет, мама. Мы приготовили уже наше вот тесто, теперь будет яблочная начинка. Алиса очень любит яблоки с корицей, да? Да. Вот ждет. Вот так вот с Алисой ложить яблоки. Ну, вкусные? Ну, половину загрызает, половину танцует. Молодец! На, еще змеюку поешь. А, грызун маленький. Грызун так ложит начинку, да? Ложи начинку. А кто давится? Кто давится? Алиса? Вы вся в муке уже? Лисочка, это же начинка для пирога. Надо закладывать, вот сколько я уже нарезала. Всегда используем больше яблок, чем надо, потому что половину Алиса топчет просто. Вкусные? Ну что, за эти яблоки? Кстати, шмотки мы используем всегда на компоты. Как? Вот это все будет компот сегодняшний. Да, Алиска? Да. А корицу ты будешь сыпать? Тогда ложи сюда. Давай, сейчас мы поставим, где наша корица. Алиса яблоки с корицей любит очень сильно. Давай. Опа. Вот так. Яблочки. Перемешивай теперь. Будет вкусно, я думаю. Перемешаем хорошо. Пошла душа в рай. Перемешивай. Снова сейчас будет кушать, да? Одно удовольствие готовить с такими маленькими феями. Вот так, перемешаем. Ну, будет у нас, значит, вкусно очень. Ярко выраженный рождественский вкус. Вот так. Да? Да. Мы уже пересыпали форму. И все, что осталось от начинки, потому что Алиса очень активно уничтожает. Вот на этой руке у нее яблоко, которое она кушает. Она ложит его сюда. Как красиво. Проверивай, ли вкусно, накладывай. Давай, давай, уже чумазая такая. Давай. Вот так, мы любим готовить очень пироги, в том числе. Алиса это делает очень весело. И увлекательно. Еще? Давай я тебе потом просто насыплю яблоки, порежу, посыплю их корицей, ты будешь кушать. Вот тут еще корица осталась. Так, пойдет? А, и вот. Все, шеф-повар Алиса. Пойдет такой пирог? Да. Управляем духовку на полчаса. Да. Результаты налицо. Обе грязные, но счастливые. Руки мыть? Да. Дай там. Пирог готов? Пока. Давай попробуем пирог. Что у нас вышло? В результате. Вкусный пирог. Давай. Пробуем? Ап. И расскажи мне, вкусный? Алиса шеф-повар? Ну, молодец. Ням-ням. Теперь говорим пока. Пока. Забыли показать финальный результат. Пирог. И Алиса объедается.